Легким движением ковша погрузчик сворачивает грязный застывший сугроб так, чтобы он растаял за пару часов. Снег радует только в начале зимы, весной это большое неудобство. Процедура ворошения снега каждый год проводится в городе, чтобы подготовить территории к весенней уборке. С этих работ, по сути, и начинается месячник по благоустройству. Приступили к процессу ворошения снега зимних накоплений. Собираем вытаивший мусор, приводим в нормативное состояние отмостки. Там, где солнечные стороны уже позволяют, то есть уже начинаем процесс грабления, там, где еще то есть, теневые дворы, то есть занимаемся перемещением снежных масс на солнечную сторону для того, чтобы снег скорее сошел. Месячник по благоустройству в этом году официально стартует 16 марта. Такое распоряжение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Капризы погоды, а именно теплая зима и ранняя весна, дают городским властям возможность раньше начать подготовку Самары к майским праздникам. Нам это позволит более тщательно подготовиться к нашим майским праздникам, и к 1 мая, и, конечно, к 9 мая. Это позволит нам начать ямочный ремонт дорог, которые, к сожалению, за эту зиму достаточно серьезно пострадали несколько раньше. Поэтому очень надеюсь, что город в ближайшее время будет уже преображаться. Сегодня первый заместитель главы Самары Владимир Василенко обозначил задачу перед руководителями муниципальных служб, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций – подготовиться к масштабным работам по благоустройству города. Подписано распоряжение об организации месячника или полутора месячника, я бы так сформулировал, 16 марта. Значит, я, Олег Владимирович, первое. Пятницы, я уже сказал, жду от вас в первую очередь план по каждому предприятию проведения полутора месячника. Фактически генеральная уборка города уже началась. Благоустройство Самары традиционно дело всенародное. Общегородские субботники пройдут накануне Дня космонавтики, перед Пасхой и в преддверии 1 мая и Дня Победы. Олег Зверев, Константин Головин, Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.